Шалом, дорогая семья! И сегодня пятый день Хануки. И мы сейчас зажигаем пятую свечу. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וטלנו, לדליק מעל חנוכה. Благословен ты, Господь Бог наш и Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам в этот день зажигать ханукальные свечи. Амен. Евангелие от Иоанна Иешуа говорит, что Он является свет миру. И кто последует за этим светом, он будет иметь силу и жизнь. И я желаю, чтобы все мы шли за Иешуа. Потому что когда мы будем идти за Ним, то Его свет, Он будет освещать нашу жизнь. А когда Его свет освещает нашу жизнь, то ничто злое, никакая тьма и власть тьмы, она не сможет одолеть нас, потому что там будет Его свет. Поэтому мы поздравляем, дорогие друзья, всех вас, нашу драгоценную семью с прекрасным днем Хануки. Хак Самеа Ханука!